Дамы и господа, попрошу вашего внимания. Начинаем дискуссию высокого уровня по искусственному интеллекту 18-го ежегодного собрания Форума по управлению интернетом. Приглашаю почетных гостей выступить с основными докладами. Первым приглашается его превосходительство господин Кисида Фуми, премьер-министр Японии. Ваше превосходительство, господин Кисида, пожалуйста, слово вам. <плодисменты> <плодисменты> От имени страны хозяйки приветствую вас на специальной сессии, посвященной искусственному интеллекту в рамках форума по управлению интернетом, его ежегодного заседания в Киото. Потенциал и риск быстро развивающегося генеративного искусственного интеллекта вызывает дискуссии по всему миру. И в этой связи отрадно видеть, что эта важная тема обсуждается представителями а, разных отраслей, разных областей здесь, в Киото, в Японии. Я бы хотела выразить признательность всем участникам сегодняшней сессии. Генеративный искусственный интеллект называют технологической инновацией, сопоставимой с изобретением интернета. В свое время интернет Позволил э, развиваться демократиям и экономикам наших обществ, преодолевая э, ограничения накладываемым временем и расстояниями. И ровно так же генеративный искусственный интеллект изменит историю человечества. В этом году я сам принял участие в ряде дискуссий с молодыми исследователями и разработчиками искусственного интеллекта. И осознал, что искусственный интеллект обладает не только неограниченными возможностями. Генеративный искусственный интеллект, безусловно, может улучшить операционную эффективность, производительность, помочь в таких областях, как разработка лекарственных средств, разработка новых методов лечения, таким образом вызов кардинальные изменения в нашем мире. Мы ожидаем, что мир изменится, изменится кардинальным образом. Правительство Японии планирует создать специальный пакет экономических мер и ввести их в действие. Он будет включать в себя поддержку в развитии искусственных интеллекта, разработки фундаментальных моделей, выделение вычислительных емкостей и поддержка применения ИИ для различных целей, включая медицинские. Мы будем включать ряд мер поддержки в этот пакет. Вместе с этим развитие искусственного интеллекта сопряжено с многими рисками, включая дезинформацию, фейковые изображения и другие риски для общества. Широкий спектр заинтересованных лиц должны осуществлять надзор над развитием искусственного интеллекта. Например, для того, чтобы обеспечить распространение надежных э, данных, очень важно разрабатывать технологии, которые могли бы верифицировать и подтверждать источник информации. Международное сообщество в целом должно взять на себя эту ответственность и заниматься этим вопросом сообща. Очень важно собрать воедино все знания человечества и найти правильный баланс между развитием и регулированием, учитывая риски генеративного искусственного интеллекта для того, чтобы минимизировать риски и максимизировать преимущества. Учитывая это, на Хиросимском саммите группе семи я предложил создать Хиросимский процесс в области искусственного интеллекта для стимулирования международной дискуссии по вопросам реализации так называемого надежного искусственного интеллекта руководители стран Большой Семерки согласились с этим предложением и поручили соответствующим министрам отчитаться о первых результатах этого процесса в этом году. Хиросимский процесс должен разработать международные руководящие принципы для всех участвующих в взаимодействии с искусственным интеллектом сторон в которых будут прописаны общие принципы. В частности, и это крайне э, важная и актуальная тема, мы разрабатываем сейчас э, кодекс поведения для разработчиков продвинутых и систем, э, включая генеративный искусственный интеллект, э, в процессе подготовки саммита группы семи, который состоится онлайн осенью этого года. Генеративный искусственный интеллект касается людей во всем мире и имеет трансграничный характер. По этой причине феросимский процесс в области искусственного интеллекта пользуется возможностью, предоставляемым форумом IGF, для того, чтобы включиться в многостороннюю дискуссию с представителями правительства, научно-академических кругов, организаций гражданского общества и частного сектора. Прислушиваясь к мнению различных заинтересованных сторон, а не только участников группы семьи, мы сможем четко определить международные правила, которые позволят международному сообществу, включая страны глобального юга, получить пользу, максимизировать пользу от безопасного, надежного генеративного искусственного интеллекта для экономического развития и улучшения качества жизни. В заключение я бы хотел выразить надежду, в том, чтобы данная сессия по обсуждению проблем искусственного интеллекта стала бы свидетелем осмысленных дискуссий во время, среди представителей различных заинтересованных сторон, международных организаций, правительств, исследователей, и станет поворотным моментом дискуссии по генеративному искусственному интеллекту. На этом я завершаю выступление. Благодарю за внимание. Yes. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, премьер-министр. Next, I'll... Следующая к микрофону приглашается госпожа Мария Ресса, генеральный директор и президент Репла Инг, а также лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Пожалуйста, госпожа Ресса. Прошу прощения, мне придется стоять на, сып на цыпочках ввиду моего невысокого роста. Благодарю Японию, IGF. Я новичок здесь, на форуме, и поэтому хотелось бы воспользоваться вашими мыслительными ресурсами и просто прозвучать как голос, к которому вы прислушались. Напомнить вам о том, где мы сейчас находимся, и призвать вас к конкретным действиям мы благодарю вас за инициативу по генеративному ИИ, но хочу напомнить вам о проблемах, с которыми мы сталкиваемся прямо сейчас. Сегодняшний, сегодняшний день правда, правда нападает, подвергается на, на, нападкам. Дезинформация, как умышленная, так и неумышленная, распространяется как лесной пожар. И это и сейчас технологии используются для консолидации власти. Социальные сети это первый человеческий контакт с ИИ. В 2018 году MIT выпустила доклад, где было доказано, что говорилось о том, что ложные сведения распространяются через соцсети в шесть раз быстрее, чем по другим каналам. А когда это еще и приправлено, ненавистью и страхом, то распространяется еще быстрее. Дэниел Конеман говорил о том, что, что людям свойственно думать быстро, когда они думают инстинктивно, а когда рационально, они, когда они думают рационально, они думают медленнее. Так вот, журнализм, демократия подвергается нападкам. Технология сейчас обходит наше рациональное мышление, вызывая, выступая триггером для наших страхов, ненависти. И это своего рода. Здесь самое главное является ваше внимание. Это приз, это то, для чего все это делается. И это позволяет влиять на ваши чувства, действия и мысли. И первый контакт с социальными сетями и, и распространение лжи по соцсетям. зале надзор и контроль, слежка. Все это переворачивает наш мир с ног на голову. Нет, Фликс, смотрите, как как их алгоритмы подбирают то, что мы смотрим сверху вниз. Так вот, мы и живем сейчас в таком перевернутом мире. Вещи вроде как выглядят знакомыми, но при этом все это покрыто каким неким налетом, и в каждом углу кроются чудовища, монстры. Вот так сейчас это задумано, появляются новые так называемые гейткиперы или те, кто выпускает эту информацию. Если мы убеждаем людей в том, что можем убедить людей в том, что ложь является фактами, то мы можем их контролировать. В 2016 году мы говорили о том, что без факта невозможно правда, без правды невозможно доверие. Без этих трех элементов мы не, не живем в, в реальной реальности и не можем говорить о верховенстве права и демократии. У меня осталось буквально две минуты. Я хочу успеть сказать вам то, что необходимо сделать. Интернет, к которому мы стремимся, в нем имеются эти пять ценностей, пять основных мыслей, моментов. генералальный секретарь оон поручил нам в рамках нашего мандата проработать эти моменты но я призываю вас действовать и оставлю вам на возвышение две мысли во-первых нужно думать гораздо шире нежели чем интересы индивидуума конкретного человека это поведенческий аспект нашей работы. Если у нас нет правды, целостной правды, то невозможно достичь честных выборов. И 2024 год станет ключевым критическим годом для выборов. И отчасти по этой причине все здесь присутствующие, представители организации гражданского общества, парламентарии, представители госорганов, НКО, журналисты, все мы должны сыграть свою роль. Пожалуйста, последние две минуты баскетбольной игры, вот они очень важны, не так ли, так то же самое относится к демократии. Хочу вам рассказать об инициативе, которая соответствует направленности IGF на Нобелевском саммите мира в Вашингтоне свыше 300 лауреатов, представитель Нобелевской премии, представитель организации гражданского общества, говорили о том, что необходимо создать конкретный план работы по трем направлениям. И это важно, чтобы он был осуществим, чтобы в каждом из наших соглашений были отражены эти принципы. Во-первых, прекратить слежку за, в интересах выгоды. Верните нам наши жизни. Затем прекратите закодированные Маргинализацию и предвзятость. Это должно касаться и женщин и ЛГБТ и других уязвимых сообществ. Третье журнализм является противоядием тирании. Благодарю за внимание. Большое спасибо, госпожа Реса. Следующим к микрофону приглашается господин Орик Вестергард-Кнутсен, заместитель генерального секретаря ОСР. Он выступит с основным докладом. Пожалуйста, господин Кнутсен. Большое спасибо. У меня как раз другая проблема. Я слишком высок, должен буду нагнуться. Я благодарю уважаемого премьер-министра и уважаемого лауреата Нобелевской премии. Для меня огромная честь принять участие в этом ежегодном совещании, особенно в сессии, посвященной искусственному интеллекту на фоне, в контексте Хиросимского процесса по ИИ. Быстрые технологические трансформации знаменуют собой эру небывалых возможностей, но также и огромных рисков, даже экзистенциальных рисков и угроз. Наша организация ОСР была создана свыше 60 лет назад. Предпосылка создания являлась то, что необходимость, необходимо развивать экономическое международное сотрудничество для экономического развития и процветания мы, организация, занимается в том числе обменом данными, опытом для улучшения экономического развития. Например, мы разработали кодексы, руководящие принципы для ТНК а также. 100 с... на... На... налоговые, налоговые правила до 140 юрис... юрисдикций и ОСР. Таким образом, работа направленная на улучшение мир политики, для улучшения жизни людей. И цифровая политика не является этому исключением. Как раз наоборот. ОСР подготовил ключевые международные стандарты. Например, в прошлом году декларация о доступе правительств к личным данным. Это стандарты и многие другие по вопросам широкополосной связуемости, управлению данными, цифровой безопасности. Определяют руководящие принципы по вопросам цифровой трансформации, поощряют инновации, смягчают риски, учитывают вопросы укрепления доверия. В последние десятилетия мы специально уделяли внимание искусственному интеллекту. И, и, и особенно приложения по искусственному интеллекту негативного характера приводят нас на некий водораздел, когда наше благосостояние, экономическое процветание, даже наша идентичность как людей будет... Всё это будет определяться теми коллективным действиям, которые мы должны предпринима принять в ближайшее время. Конечно же, искусственный интеллект незаменим сейчас для таких вопросов, как здравоохранение, образование, защита окружающей среды, но при этом он сопряжен с риском, риском автономии, защиты наших рабочих мест и так далее. и под председательством Японии в рамках группы семи была принята декларация, в которой говорилось, что и, представляет собой риски, и эти риски имеют многосторонний характер, генеративный интеллект, искусственный интеллект, также затрагивает такие вопросы, как интеллектуальная собственность, и многие другие. Сейчас нам необходимо, дамы и господа, некие глобальные усилия по безопасному развитию управлению искусственным интеллектом в соответствии с принципами демократии и уважения прав человека. И в 2019 году была выпущена рекомендация ОСР по ИИ. Это своего рода первый межправительственный стандарт по ИИ. Сейчас мы разрабатываем рамочную программу по классификации систем и каталог инструментов и метрики. И также мониторинг происшествий, связанных с ИИ эти действия влияют на развитие мер политики в области искусственного интеллекта по всему миру. Сейчас технологии развивается с огромной скоростью, поэтому нам необходимо предпринимать коллективные усилия для обеспечения безопасности этой технологии. К сожалению, по всему миру сейчас возникает множество новых вопросов, а ответов к ним не так много. Нужны ли нам правила по разработке систем искусственного интеллекта, Можем ли мы использовать существующие рамки и подходы, например, которые используются в области безопасности воздушных судов или пищевых продуктов, либо же нужны другие правила. Как мы можем обеспечить то, чтобы эта мощная технология не сосредотачивалась в руках небольшой горстки компаний? И, пожалуй, самое важное, это как мы можем удостовериться в том, чтобы те огромные возможности, которые предоставляет искусственный интеллект, будут использоваться всеми в демократической равноправной манере с тем, чтобы Наши меры политики не мешали прогрессу. Ответов у меня на все эти вопросы нет, но надеюсь на то, что решения, которые мы предпримем, отвечая на эти вопросы, они потребуют международного сотрудничества и координации. И ОСР готова работать с международными партнерами, с тем, чтобы разрабатывать эту тему и найти решения, основанные на фактах. Здесь в рамках под эгидой президентства Японии в группе 7 мы будем заниматься разработкой по политики в области искусственного интеллекта. Будут вот разработаны принципы искусственного интеллекта и правила, кодекс поведения. И Харасимский процесс таким образом ставит над собой важные цели и в том числе разработку кодекса поведения для организации разработчиков продвинутых систем искусственного интеллекта ОСР участвуют в этих процессах. И в этом году мы запустили глобальный вызов эту программу в рамках, в том числе в сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими. И таким образом мы разрабатываем руководящие указания по этому вопросу и многим другим. И я хочу также сказать, что этот вопрос невозможно рассматривать без активного участия различных заинтересованных сторон. Это всегда являлось нашим подходом к разработке мирополитики. Например, свыше с 400 экспертов из организации гражданского общества, технологических компаний и научно-академической среды. Это группа, которая участвует в этой работе. Это один из примеров, как мы работаем с различными заинтересованными сторонами. И при вашем участии, и только с учетом ваших мнений мы сможем разработать действующие меры политики. Стивен Хокин определил интеллект как возможность адаптироваться к изменениям, конец цитаты. Давайте продолжать работать вместе с тем, чтобы наш интеллект, как человеческий, так и искусственный, не отставал от требований времени. Мы просто не можем себе этого позволить. Благодарю за внимание. Благодарю, господин а, К сожалению ее превосходительство господин Кизида не сможет принять участие в дальнейшей дискуссии, поэтому давайте еще раз поблагодарим его за участие. Теперь мы начнем дискуссию. Я хочу пригласить на сцену госпожу мисс Эму Арису, которая является профессором в Институте Будущих Инициатив Университета Токио. Прошу вас, вам слово. So, good morning. Доброе утро, дамы и господа. Меня зовут Ариса Эмма. Обычно меня называют Эмма. Я являюсь профессором в университете Токио, и для меня огромная честь выступить модератором в рамках этой э, высокопоставленной дискуссии. Прежде всего, позвольте мне представить э, выступающих. Я рядом со мной господин Ник э, который является представителем по глобальным вопросам МЕТА. Далее Лусьяна Масади, который является ректором Департамента науки и технологий и интеллектуальной собственности в при Министерстве иностранных дел Бразилии. Далее госпожа Денис Вонг, которая возглавляет группу по информации о защите данных в полномочном органе по э, Сингапуру по защите данных. Далее Назил Патирия заместители по информации и коммуникации Индонезии, господин Кент Уокер, президент по глобальным вопросам Google и Альфабет. С правой стороны от меня его превосходительство господин Сузуки Джунджи, министр внутренних дел и коммуникации. Рядом с Зуки господин Винсент Сорф, председатель группы руководителей МГФ и отец создатель интернета. Далее профессор Джим Марай из университета Экэл, который также называют отец интернета в Японии. И, наконец, Госпожа Дарин Богдан Мартин, который является генеральным секретарем Международного союза электросвязи. Как вы видите, у нас великолепный набор выступающих. Но прежде чем мы перейдем к отступлению, хочу попросить господин Сузуки рассказать нам о нынешнем положении дел в области формирования хиросимского процесса. Вам слово. Благодарю вас. Меня зовут Сузыки Зимджи. Я хочу, прежде всего, тепло поприветствовать всех тех, кто принимает участие в Международном форуме управления интернетом 2023 года. И тогда хочу также поблагодарить госпожу Россию Рессу, Марию Рессу и господина Кнутсена за их глубокие, вдохновляющие нас выступления. Теперь давайте перейдем к обсуждению вопроса о хиросимском процессе по искусственному интеллекту, что позволит нам определить, заложить основу для следующей дискуссии. Для Международного сообщества, это сейчас основная задача сделать так, чтобы цифровые технологии и искусственный интеллект принесли пользу человечеству и минимизировать риски. В течение этого года на встрече групп семи были обсуждены возможности и риски, связанные с искусственным интеллектом, и обсуждалось, каким образом. Можно использовать глобальное партнерство по искусственному интеллекту для того, чтобы создать форум по обсуждению искусственного интеллекта, в том числе пять вопросов по управлению искусственным интеллектом и продвижению прозрачности. В книге лидеров группы семи было высказано, что мы будем продолжаться процесс по искусственному интеллекту Хиросимы. Соответственно, институт технологии сформулированы и следующие тезисы. Во-первых, необходимо обеспечить меры по прозрачности для того, чтобы составить руководящие принципы по искусственному интеллекту и кодекс поведения для тех организаций, которые разрабатывают продвинутые системы искусственного интеллекта путем продвижения исследований, что вносит свой вклад в борьбу с дезинформацией. В-четвертых, обмен информацией со заинтересованными лицами в темах ИИ. На сегодняшнем заседании мы заслушаем мнение всех участников по этому вопросу. По руководящим принципам, по кодексу поведения в отношении организаций, которые разрабатывают продвинутые системы интеллекта, которые сейчас составляются принципы, которым должны будут следовать все разработчики, призваны обеспечить надежный, безопасный, прозрачный искусственный интеллект, а также предоставить, создать конкретные действия в рамках кодекса поведения для того, чтобы снизить риски. И не допустить от распространения рисков проверка на эти риски до того как выводить такие продукты на основе интеллекта на рынок о каких видах риска идет речь а какие необходимо принимать меры во- первых необходимо раскрывать информацию о рисках в отношении продвинутых систем, основанных на искусственном интеллекте, распространить информацию среди всех заинтересованных сторон, обеспечить доверие к этим системам со стороны потребителей. Но для этого необходимо рассказать о результатах оценки на безопасность и надежность, в том числе раскрытие собственной политики в отношении искусственного интеллекта, защиту личной информации, управление искусственным интеллектом, те правила и э, ограничивающие меры, которые были приняты внутри самих компаний комп... комп... разработчиков. В-третьих, необходимо продвигать исследования и неокр с учетом рисков, которые представляет из себя искусственный интеллект. Как-то, например, возможность создания механизмов определения контента, который генерируется искусственным интеллектом, как, например, использование водяных знаков или других технологий а также приоритизировать разработку продвинутых искусственных систем, которые бы работали в области борьбы с изменением климата и здравоохранения. Мы считаем, что это заседание сегодняшнее является важным вкладом в эту работу. И я надеюсь на то, что эта дискуссия будет интересной. Я ее жду с нетерпением я верю в то, что эта встреча будет ценна не только для тех, кто примет участие, но и для тех, кто будет слушать выступления участников, как находясь в зале, так и в удаленном формате. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за очень информативную презентацию, господин Сузуки. А теперь я хочу попросить выступить наших докладчиков, наших участников дискуссии высказаться по основным вопросам, которые касаются хиросимского процесса. Первый вопрос. Какие системы искусственного интеллекта, особенно продвинутые, которые выводятся на рынок, как вы их используете? Какие есть какова польза от них, каковы основные риски и вызовы с вашей точки зрения, которые связаны с этими продвинутыми системами искусственного интеллекта, которые вы разрабатываете, и каким образом вы снижаете эти риски. И каким образом генеративный искусственный интеллект и создающие модели будут распространяться в странах. Я хочу задать эти вопросы глобальным разработчикам искусственного интеллекта Google и Meta. Во-первых, я задам этот вопрос Кенту Уокеру. Благодарю вас, профессор Эмма. Большое спасибо за возможность выступить. Да, искусственному интеллекту принадлежат огромные возможности. Именно поэтому мы должны разрабатывать искусственный интеллект, с одной стороны, решительным образом, с другой стороны, ответственным образом. Да, это был чат-бот, но это из, бот изменит то, каким образом мы будем вести научные разработки, исследования. Действительно, мы Весь зал аплодировался далее интернета, но искусственный интеллект, интернет, это это основа для всего следующего прогресса. Вы уже пользуетесь искусственным интеллектом, вы используете карты на основе искусственного интеллекта, вы используете э, поиск в Google и так далее. Но есть и другие изменения. Это изменит науку о материалах, сельское хозяйство, личное, медицинское медицинский уход обеспечит население чистой водой, сможет изменить квантумную науку, квантумную энергетику. Вы знаете, что сейчас, например, мы используем искусственный интеллект для того, чтобы оценить экспрессию белков. Более 200 миллионов белков. Представьте себе, сколько бы это понадобилось времени сделать это без искусственного интеллекта. Нужно было бы все население Японии обучить биологии, и тогда бы у каждого из них работа постоянно. Им понадобилось три года для того, чтобы провести эту работу. Это используя искусственный интеллект значительно сокращает, конечно, время необходимое нам на проведение исследований. Но в то же самое время мы признаем, что все эти возможности необходимо использовать с учетом соображения безопасности и делать это ответственно. Но ни одна компания, ни даже группа компаний не может сделать это сама по себе. Мы работаем с другими компаниями, как-то, например, партнерство по искусственному интеллекту, группа... Форум модели фронтир и другие для того, чтобы заработать необходимые стандарты, которые будут применимы к разработке искусственного интеллекта. Но помимо этого, нам необходимо, чтобы и правительство, и гражданские общества и все находящиеся в этом зале помогли нам создать рамки. В которых будет развиваться искусственный интеллект. Именно поэтому мы приветствуем хиросимский процесс, который позволит нам продвигать повестку в области развития и инновации, которую признает возможности, которые несет в себе искусственный интеллект, и при этом развивать искусственный интеллект ответственным образом, с тем, чтобы определить рамки того, как обеспечивать сбалансированность между эффективностью и равенством, между безопасностью и инновацией, и открытостью. Это очень важные вопросы. Мы приветствуем участие IGF и других групп в этой дискуссии, поскольку и ранее они уже способствовали, вносили свой ценный вклад в обсуждение того, каким образом использовать интернет. Благодарю вас. А теперь, Неклек, как вы относитесь к этому? Вам также регламент 5 минут. Кен только что это уже сказал. Искусственный интеллект не новость. Об этом речь с 50-х годов. Компании такие как Meta, как Google, другие проводят исследования с использованием искусственного интеллекта уже давно. Это очень ценный продукт, если хотите. Но последние инновации, большие языковые модели, требуют огромных объемов данных. Они, кстати, очень дорогостоящие. И мы задаемся вопросом: здесь, в других формах, хорошо это или плохо? Как это изменит мир? было высказано немало далеко идущих прогнозов. Я скажу следующее. Заместитель генерального секретаря задавал этот вопрос. Эта технология будет предоставлена единицам или всем? С моей точки зрения, когда есть такая возможность, инновации должны проходить открытым образом. Открытый источник, доступны всем компании Мета и Google, Я не хочу выступать, конечно, от, их, от имени других, но мы открыли доступ к тысячам баз данных. Может быть, не всегда это возможно, но тогда, когда такая возможность есть, нужно доставать доступ к такой технологии, потому что в противном случае риск состоит в следующем: эти технологии будут разрабатываться малой группой частных организации, обладающих необходимыми ресурсами, у которых есть большие объемы данных, у которых есть необходимые компьютерные мощности, и они могут только использовать эти модели. У нас уже есть 30 миллионов видов разных использований этих моделей в науке и так далее. Это во-первых. Людей всегда беспокоит Наихудший исход. Но искусственный интеллект это не только щит, но и меч. Если говорить о социальных сетях, например, мы постоянно минимизируем негативный контент, высказывания, основанные на ненависти. Сейчас от 1% до uh, тысячных процентов. То есть, если вы постоянно смотрите uh, страницу Facebook, uh, то вы из 10 тысяч обнаружите одно или два высказывания, основанных на ненависти. Хотел бы я, чтобы это был ноль, но это уже не Значительное снижение по сравнению с 60%, и это произошло за последние два года. Благодаря чему? Благодаря искусственному интеллекту. Да, искусственный интеллект создает новые проблемы, но это же и великолепный инструмент для нас. Премьер-министр только что говорил о том, что нужно минимизировать плохое и максимизировать хорошее. Помимо этого, когда мы пытаемся оценить риски, немало было сказано о долгосрочных рисках, экзистенциальных рисках, о том, что это приведет к появлению автономного генеративного искусственного интеллекта, который приобретет субъектность. То, что нам сегодня нужно сделать, и об этом уже говорили ранее, нам необходимо прийти к единому соглашению со всеми заинтересованными сторонами, с правительственными в отрасли, относительно того, каким образом определять э, контент, который производится искусственным интеллектом. По тексту это невозможно, хотя бы по визуальным материалам много было сказано о том, что в следующем году пройдут выборы в ряде стран. Поэтому сегодня нужно говорить не теоретически, а практически о том, как к этому подготовиться. Я благодарю, господин Крэг. Я полагаю, что у всех множество вопросов возникло в связи с вашим выступлением. У меня теперь я хочу перейти ко второму вопросу. Вы говорили только что о том, что компании разрабатывают продвинутые системы искусственного интеллекта и приложения. В то же самое время они пытаются отреагировать на вызовы и на риски, связанные с генеративным искусственным интеллектом. Кодекс поведения для организации для разработчиков. В настоящий момент разрабатывается вопрос в том, какие меры должны принимать эти разработчики. И до публикации, до размещения таких программ на рынке, необходимо оценить риски и пытаться их минимизировать. Как вы считаете, с вашей точки зрения, какие технические меры и конкретные действия будут наиболее эффективными? Господин Низал, прошу вас вам слово. У вас есть три минуты для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Ваше Превосходительство, дамы и господа, прежде всего я хочу поблагодарить организаторов этой сессии, хочу поблагодарить вас за возможность э, принимать участие в этой дискуссии, посвященной искусственному интеллекту. Э, тема горячая. Развитие искусственного интеллекта, конечно, изменило ситуацию во всем коммерческом секторе. В 2021 году... Благодаря искусственному интеллекту в Индонезии было создано 26,7 миллионов рабочих мест, то есть 22% от всей рабочей силы. Но нужно признать, что искусственный интеллект также и создает различные риски с точки зрения защиты личных данных, интеллектуальной собственности вероятности ошибок, не говоря уже о так называемых галлюцинациях искусственного интеллекта. Все это требует нашего внимания. В Индонезии мы считаем, что нам необходимо расточить наш подход с точки зрения снижения риска искусственного интеллекта на политическом уровне и на практическом уровне. И в Японии уже были взяты такие обязательства 4 года тому назад — когда мы решили поддержать заявление или принципы по искусственному интеллекту, которые были приняты группой 20 под представительством Японии. В том, что касается Хиросимского процесса, который был представлен министром Сигсуки, то мы его полностью поддерживаем и считаем, что это прекрасная попытка привлечь различных заинтересованных лиц и даже за пределами групп семи необходимо в срочным образом правительством снижать риски, связанные с искусственным интеллектом, особенно генеративным искусственным интеллектом. И да, глобальное сообщество должно реагировать быстро, но не безрассудно. В Индонезии мы работаем по этой проблематике не в отрыве от международного сообщества. Начиная с 2020 года у нас есть экосистема по управлению искусственным интеллектом, у нас есть национальная стратегия по искусственному интеллекту. В соответствии и в соответствии с ней развивается экосистема пропления искусственным интеллектом в Индонезии. Во-вторых, у нас есть классификация для компаний, которые разрабатывают искусственный интеллект, и параметры защиты личных данных. У нас есть законы, которые обеспечивают защиту личных данных. Хотя Речь в них не идет непосредственно об искусственном интеллекте, тем не менее это является основой для всех мероприятий по защите личных данных. Ну и, наконец, мы также в процессе разработки кодекса по этике искусственного интеллекта, который будет основываться на международных принципах и при этом учитывать местный колорит и таким образом отреагировать на... Потребности в нашей стране в области управления искусственным интеллектом. Дамы и господа, мы понимаем, что правительства сами по себе не могут справиться с этой задачей. Мы приветствуем привлеченность других заинтересованных сторон, которые могли бы внести свой вклад в разработку политики в нашей стране, как и в создание экосистемы. В настоящий момент мы рассматриваем различные способы применения искусственного интеллекта и различные подходы к снижению рисков использования искусственного интеллекта. Кроме того, мы считаем, что управление искусственного интеллекта само по себе не сможет полностью снизить все риски, связанные с искусственным интеллектом. Нам необходимы дополнительные меры для того, чтобы обеспечить пользу от искусственного интеллекта. Как-то, например, политика, направленная на модерацию контента, обеспечение равенства на рынке и повышение цифровой грамотности. Индонезия со своей стороны готова продолжать принимать участие в глобальном управлении искусственным интеллектом и выступать в качестве мостика между разными странами, которые находятся на разных стадиях использования применения, разработки искусственного интеллекта для того, чтобы обеспечить благосостояние наших стран, как сейчас, так и в будущем. Благодарю вас, господин Назал. А теперь я хочу с тем же вопросом обратиться к господину Мацу. Благодарю вас. Прежде всего, нам... Необходимо задуматься над тем, как сделать так, чтобы голос развивающихся стран в этой дискуссии звучали в большей степени, чем сейчас. Это сделать очень непросто, потому что это очень сложная проблематика, и я хочу поблагодарить Японию за открытость и инклюзивность в организации этого форума с тем, что какой вклад его внести в то, чтобы этот процесс был максимально открытым и инклюзивным. Я полагаю, что нам необходимо реалистично подходить к тому, что есть огромная а, асимметрия. Между странами, между разными участниками этого процесса. Когда мы говорим о мерах по снижению рисков, нельзя забывать об этой асимметрии. Да, эти большие языковые модели были разработаны в нескольких странах и несколькими компаниями всего лишь. Конечно же, в странах большой семерки. Хиросимский процесс очень важен в этой связи. Кроме того, рынок очень, обладает очень высокой концентрацией. Может быть, это в будущем изменится, но в настоящий момент ситуация именно такая. Поэтому вот с нашей точки зрения организации в развивающихся странах должны помнить о том, что необходима местная инициатива с точки зрения применения искусственного интеллекта в их странах и адаптировать эти модели к местным реалиям. Необходимо обучать эти модели с мест, на местных данных, для того, чтобы это отражало местные реалии, местные обстоятельства. Кроме того, необходимо способствовать созданию местной экосистемы для того, чтобы позволить расширение способов применения искусственного интеллекта внутри страны, той или иной страны даже если не будет таких крупных компаний по искусственному интеллекту, мы понимаем, что это может быть нереалистичным, тем не менее нужно стимулировать создание местной экосистемы и, по сути, добиваться большей демократизации рынка. Еще я хотела бы упомянуть следующее в области рисков и смягчения рисков. Необходимо Расширить наше понимание рисков. Нельзя ограничиваться лишь самыми э, крупными рисками. Нужно помнить о том, что искусственный интеллект усугубляет цифровые, социальные и другие разрывы, которые уже существуют в развивающихся странах. Да, есть движение безопасность по э, проектированию, есть э, другие принятые стандарты, но нам нужно помнить и о том, что новые технологии, в том числе модели по э, искусственному интеллекту, должны быть инклюзивными по проектированию. Э, то есть э, тем самым мы должны закладывать это в самом начале их создания. Благодарю вас, господин Маца. А сейчас мы переходим к вопросу номер три. Итак, мы услышали, что проект руководящих принципов и кодекса поведения определяют основные принципы по обеспечению защиты от рисков, а также обеспечение прозрачности, также вопросы защиты личных данных. Как вы считаете, как эти организации, какой информации эти организации должны делиться и с кем? Какие элементы должны быть включены в их отчеты по прозрачности? Как обмен информацией можно наиболее эффективно использовать, особенно с, это касается разработчиков для дальнейшего разработки и коррекции корректировки моделей. Пожалуйста, Винсен, Винтон Серф. Спасибо. Во-первых, я хочу поблагодарить уважаемого премьер-министра за его слова, которые касаются искусственного интеллекта. В своем выступлении он эти вопросы отразил очень комплексно. Также хочу отметить что наличие неких параллелей. Во-первых, интернет это по сути большое-большое программное обеспечение. А искусственный интеллект это нечто, что, что занимается машинным обучением. И как одних, люди, один из тех, кто стоял у стоков интернета, мне было всегда интересно, как, -то, как обычно как проходит это обучение. То есть искусственный интеллект изучает то, что вы хотите, чтобы оно изучило, но не совсем, не всегда так. И вот в этом тай заключаются баги. Вот, проблема, как определить эти баги и как их исправить. Какое это имеет отношение к нашей дискуссии? Все, о чем мы сейчас услышали, искусственный интеллект, машинное обучение, все это применимо в целом к программному обеспечению. Поэтому стоит задуматься не только о правилах, по там, созданию искусственного интеллекта. А ведь мы сейчас во многом, во всем полагаемся на ПО. Но ведь это, пожалуй, самая адаптируемая, адаптивная технология когда-либо созданная. Но при этом вот так, то, что мы настолько зависим от нее, все это сопряжено с повышенными рисками. И в результате Риски являются функцией от применения модели машинного обучения и искусственного интеллекта. Это подводит нас к вопросу к что происходит в случае, если что-то идет не так. И это дальше ведет нас к вопросу ответственности, кто несет ответственность, вопросам этики какие исследования требуются от наших ученых, от академиков, каким образом наш бизнес использует инструменты ИИ машинного обучения и ПО в целом, и как эти системы, как ими управлять. Мы услышали о важнейших инициативах, но опять же возвращаясь к важному вопросу об обмене информации, здесь есть несколько очевидных вопросов. Во-первых, это источник обучающего материала, откуда идет этот контент. Система машинного обучения, когда они используются, очень важно понимать, откуда берется источник, материал источник, который используется для обучения, с тем, чтобы мы могли когда-то оценивать качество результата обучения. Кроме того, необходимо понимать, при каких условиях в системах будет происходить сбои. И это очень сложно спрогнозировать, и все сложнее и сложнее становится. Ведь если бы функция, если вот это ПО, к которому я привык, к которому я вырос, можно было как-то предугадать с достаточно высокой долей вероятности какие-то сбои. Так вот, если мы будем делить, делиться такой информацией, опытом друг у друга, если мы сможем изучать, как это происходит, то мы сможем их упреждать, предупреждать и прогнозировать. И я хочу отметить усилия в Евросоюзе, которые прилагаются относительно маркировки приложений, скажем, в области риска сбоев. Для, особенно это касается ПО, используемого в области здравоохранения. Например, если ПО используемся, используемое для, скажем, развлечения, то там риск-фактор, ну, пожалуй, не, не столь важен. Это несколько мыслей, с которыми я хотел поделиться. Спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, господин Винт Серф. Жаль, что у нас так мало времени. Далее, госпожа Вон, пожалуйста, ответьте на этот же вопрос. Денис Вонг. Большое спасибо. Благодарю правительство Японии за организацию мероприятия. Сейчас много говорится о управлении искусственным интеллектом. У нас в 2018 году были такие рамочные принципы разработаны. В июне этого года мы... Запустили фонд open source по этим вопросам. Для... Также были подготовлены дискуссионные доклады, в которых подчеркивались риски, а также практически решения, которые касаются рисков интеллекты. В частности по данному вопросу мы считаем, что есть еще место для наших директивных органов, в котором можно было создать некую, некую рамочную рамочную оболочку с тем, чтобы определить вопросы ответственности, а также, собственно, вопросы гарантий и мер для оценки риска. Особенно это касается для разработчиков моделей. Например, это касается э, раскрытия информации о разработке моделей о, и о процессе их тестирования, о каких э, наборах данных, какие они используются для обучения. Например, также информация об ограничениях и о фактических показателях таких моделей. И эта информация должна раскрываться. Далее мы считаем, что такая, такая рамочная программа крайне важна для разработки систем с искусством интеллектов. И конечно же, это добавляет сложности так как эти модели имеют фундаментальный характер, но при этом очень важно создавать некие стандартные критерии, стандартизированную информацию, которую необходимо собирать для оценки эффективности этих моделей. Также, что касается контента сгенерированного искусственным интеллектом то здесь необходимо маркировать такой контент, чтобы пользователи контентом знали его источник и, соответственно, опирались на это знание в своих решениях. Спасибо. Thank you, Спасибо, госпожа Вон. Следующий вопрос. Руководящие принципы и кодекс поведения включают принципы и действия которые требуются от разработчиков искусственного интеллекта и касающихся мер в области безопасности, таких как аутентификация контента, вотермаркинг и механизм определения источников информации. Какие меры необходимы и наиболее эффективны? Для, для разработчиков, по вашему мнению, наиболее эффективные меры. Кент Волкер, спасибо. Основная проблема, с которой сталкивается модель, это поиск. Если раньше мы искали по слову и в случае совпадений, затем мы осознали, что люди необходимо также расширять также поиск по синонимам, а также по связанным концепциям, например, как связан король, скажем, Великобритании с, с испанским королем и так далее. И за, затем, это, затем все усложнилось. Примерно 5-6 лет назад было опубликовано исследование, в котором говорилось о так называемых трансформерах. Это архитектура, которая позволяет нам понять, все все богатство человеческого языка и сейчас применимо к тысяче языков мира и сейчас работа вот над разработкой вот этих принципов очень важно учитывать эти вопросы, когда касается безопасности аутентификации контента здесь важно работать вместе мы предложили с рамочную программу безопасности искусственного, безопасного искусственного интеллекта. Это такая экосистемная платформа или подход экосистемный, который бы позволил обеспечить безопасность, но при этом достаточно открытый характер. Что касается аутентификации или подтверждения, то здесь у нас есть несколько направлений работы. Во-первых, Синта-ID — это идентификация в видео, и изображений на уровне пикселей. Даже, даже если перевернуть изображение, поменять на нем цвета, тем не менее, по-прежнему их можно а, определить, идентифицировать, по крайней мере, их источник. Далее, что касается поиска по изображением. Это позволяет отследить, когда это изображение было впервые загружено в интернет. Затем необходимость раскрытия использования генеративного искусственного интеллекта, скажем, для пропагандистской или выборной, предвыборной кампании. Это очень важные инициативы, которые смогут повысить доверие к продуктам искусственного интеллекта. При этом мы не говорим о том, что то, что можно аутентифицировать, не, не может быть ложным изначально. Поэтому очень важно работать вместе и э, повышать нашу грамотность, не только цифровую, но и грамотность в области искусственного интеллекта, чтобы понимать, что такое и где ему можно доверять, а где нельзя. Большое спасибо. А сейчас я задаю этот вопрос господину Мурай Джун. Этот же вопрос. Спасибо. Я помню, что когда-то я посещала один из университетов в США. Тогда использовались, помнится, в конце 70-х компьютеры уже. И тогда нужно было внести туда вносить информацию по философским трудам с тем, чтобы пытаться дистиллировать оттуда некую информацию о мыслительном процессе людей. Вот тогда это было первыми шагами к пониманию того, как работает язык и процесс мышления, и тогда использовались ну, очень надежные источники информации, то есть книги по философии. Что же происходит сейчас? Когда мы говорим о генеративном искусственном, искусственном интеллекте, то здесь информация берется из социальных сетей из данных интернета вещей, данных датчиков, сенсоров интернета вещей, вещей. И много информации берется из интернета, из сети, отовсюду. И это приводит нас к вопросу мер безопасности, источников информации, точности данных, и степени доверия, насколько им можно доверять. В Японии мы ведем раб работу над проектом, который называется профиль источника информации. То есть информация в интернете а, ⁇ это инструмент по определению ее источника. Для того, чтобы достичь такой цели определения источника информации, важно, да, дойти до источника важно, чтобы он был отслеживаемым с самого начала. Это касается не только текстов, но и также данных, которые источник которых являются сенсоры или датчики. То есть, например, это касается изучения глобального потепления и других вопросов окружающей среды точность в данном случае отслеживается, за, ним, за ней наблюдаются, затем анализируются и результаты э, распространяются с, среди исследователей. Спасибо, профессор Мурай. Сейчас мы переходим к следующему вопросу. Проект руководящих принципов и кодекса поведения содержит требования к разработчикам ИА, э, ИИ решить такие насущные проблемы человечества, как климатический кризис, вопросы глобального здравоохранения и образования. Какие области эти организации должны приоритизировать в том, что касается их действий, а также инвестиций? И какие активные меры мы можем включить в кодекс поведения? для того, чтобы стимулировать инновацию, а не просто заниматься смягчением рисков. Приглашает к микрофону Дарин Богдан Мартин. Спасибо. Доброе утро. Рада принять участие в этой дискуссии. Хочу поблагодарить правительство Японии за то, что вы поставили эту тему в самом верху повестки дня. Начну с того, что частный сектор является основным двигателем инноваций в области искусственного интеллекта. И отрадно видеть, насколько активно они участвуют в решении самых насущных проблем человечества, стараясь ограничить вред и стараясь максимизировать хорошее, избавиться от багов и с тем, чтобы мы могли максимально эффективно использовать пользу то, что в этом есть хорошего. Так вот, частные секторы принимают активное участие в работе МСС, Международного союза электросвязи, Мета и Google, в частности, являются членами как представители граждан, частного сектора. И здесь важно, что де мы активно работаем с директивными и регулятивными органами. И здесь у нас есть набор неких стимулирующих мер, начиная с экономических до четко прописанного признания вклада таких организаций на международном и национальном уровне, с тем, чтобы мотивировать частный сектор. поощрять их инвестиции, которые в конечном итоге идут на благо всего общества. Конечно, это включая в себя инновационные государственно-частные партнерства. Это ключевое направление, например, в области образования, изменения климата, здравоохранения. Приведу пример, который лично мне запомнился. Мы много сейчас работаем над обеспечением интернет-связуемости в школах. У нас есть цель подключить 2000... Была цель к 2015 году подключить все школы, нам не удалось. Но вместе с ЮНИСЕФ мы работаем со многими партнерами из частного сектора для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта Определить все школы, найти все школы с тем, чтобы подключить их к интернету. Здесь мы используем различные конфигурации с тем, чтобы уменьшить стоимость этого проекта. И приведу еще один пример управление рисками или реагирование на чрезвычайные ситуации. Это очень актуальная тема для правительства Японии. И здесь искусственный интеллект зарекомендовал себя очень хорошо. Потенциально это системы раннего оповещения. Здесь мы работаем с правительством Японии, ВМО, программа окружающей среды ООН. И здесь это касается сбора данных, обработки таких данных, в том, что касается моделирования, природных опасных явлений и коммуникаций во время цифровизиальных ситуаций. Далее, это было бы невозможно без взаимодействия с многосторонними партнерами. Спасибо. Большое спасибо, госпожа Богдан Мартин. А сейчас я бы хотела задать этот же вопрос господину Низару Патрии. Yes. Um... Мы обеспокоены вопросами умышленной и непредумышленной дезинформации. В следующем году у нас тоже пройдут выборы, и в этой связи мы готовим. Uh, правила, нормативно-правовые акты, которые касаются использования искусственного интеллекта. И здесь мы работаем также со многими сторонами, а также с глобальными цифровыми платформами, таким как Google и Meta. Надеюсь, что наши усилия увенчаются успехом, потому что для нас это станет большим тестом, большим испытанием того, как, в, в том свете, что как искусственный интеллект может быть использован в политических кампаниях для следующих грядущих выборов. Надеемся, что выборы пройдут у нас в честной и справедливой манере. Пожалуйста, профессор Мурай Джун. Спасибо, Дарин, за то, что вы в своем выступлении упомянули стихийные бедствия, такие как, например, землетрясения, это очень актуальный вопрос для нашей страны, для Японии. У нас случаются разрушительные землетрясения и восстановление после землетрясения тоже серьезный вопрос. Каждый раз, когда у нас случается землетрясение, мы собираем много цифровых, оцифрованных данных, по, и это позволяет в том числе спасать жизни людей. Сейчас используется в этом искусственный интеллект, и важно бы было использовать надежные данные с тем, чтобы повышать нашу готовность к землетрясениям. Еще один вопрос, актуальный для Японии, это старение населения. По мере того, как наша демография стареет, возникает много вопросов, связанных со здравоохранением, включая сбор данных по больницам и манипулирование или, или обработку медицинских данных, которые в предыдущие 30 лет, ну, может быть, недостаточно должным образом обрабатывалось и анализировать. Это вопрос не только характерен для Японии, но и для других стран. Так вот, мы начали работать по этим направлениям очень плотно и отметили пробелы в области точности данных, охраны личных данных, возможности манипулирования такими данными а также необходимость аппаратного обеспечения для обработки такого большого массива данных. Мне кажется, здравоохранение — это очень важная тема, а также вот вопросы управления рисками, связанными со стихийными бедствиями. Здесь существуют множественные возможности, и работать необходимо вместе. И, конечно же, важны здесь проверки со стороны третьих сторон, независимых третьих сторон, а также необходимо подключать и правительство. Крайне важный пример многосторонней модели того, как эта модель взаимодействует с искусственным интеллектом. Спасибо, профессор Мурай. Переходим к следующему вопросам. Как вы видите развитие искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет? И как, по вашему мнению, что должны организации, разработчики искусственного интеллекта должны сделать для реализации концепции искусственного интеллекта, заслуживающего доверия? Ник Клег. Будущее всегда сложно предсказать, особенно в том, что касается технологий, которые развиваются настолько быстро. При этом я считаю, что некоторые вещи достаточно просто спрограммировать, например, что касается разработки больших языковых моделей. А уже в ближайшее время вы увидите, как эти э, модели, модели, большие языковые модели, то есть там фокус внимания делается на языке. Есть отдельные модели, основанные на визуальных контентах. Так вот, ожидается слияние этих моделей. То есть это будут мультимодальные модели, которые изучают не только язык, но также визуальный контент. И это повысить универсальность таких моделей. Мне кажется, что вопрос того, как используется язык при обучении, это очень важно. И многие из этих моделей, источниками их являются большие технологические компании, и изначально там использовался английский язык. Это не означает, что разработчики не могут использовать модели использовать их на других языках. Например, в Японии компания Eliza использует модель open source и разработала очень эффективную большую языковую модель на японском языке. И в будущем вы увидите, как такие модели будут обучаться на очень базовом на базовом уровне на разных языках. И большой вопрос здесь, важный вопрос, это очень интересный вопрос. Опять же, говорю, очень сложно говорить перед основ, отцами основ... основателями интернета на такие вещи, но тем не менее. Существует допущение о том, что эти модели будут расти и расти, и не обязательно при этом на самом деле будет так. На самом деле, будет повышаться их эффективность, тем, чтобы они могли использовать меньше данных и меньше вычислительных мощностей, и меньше, собственно, денег, денежных ресурсов для решения заданных им проблем. И это, пожалуй, самое важное. Поэтому модели будут не столько разра разрастаться, они будут корректироваться, более фокусироваться на конкретных целях. И вот это вот предположение, которое стало примером многих дискуссий, вот, в которых говорилось, что эти модели будут расти и расти в размерах, это не совсем так, мне кажется. Поэтому, например, большие языковые модели, ну, ведь весь публичный контент, который наличен в интернете, можно весь прочитать и переработать. И контента просто не, не хватает, он не будет успевать за ростом вычислительных мощностей. Поэтому размер здесь не является определяющим фактором способности таких систем. Спасибо. А сейчас я задаю этот же вопрос отцу-основателю интернета, господину Винтону Серфу. Ну что ж, все, я думаю, знают, что тот факт, что я, я какое-то отношение имела к интернету, что я знаю многое, я специалист в искусственном интеллекте, это совсем не так. Так вот, я э, обращаюсь к тому, чем занимается один из моих коллег в UCLA, в Университете э, Калифорнии. Э, он э, славлял многих на наград, в том числе по машинному обучению. Он написал две книги. Одна называется «Причина-следственная связь» Козалитей вторая книга книга э, почему про то почему the book of why так вот он в них он пишет о том что э, технологии модели машинного обучения они основаны на вероятности на оценке такой вероятности а в причинно-следственные связи они не обязательно используют поэтому нельзя делать выводы без, без вот этих причинно-свестных связей, без изучения корреляций. И здесь я использую машинное обучение, а не скажем, искусственный интеллект в целом или большие языковые модели. Так вот, если мы не будем учитывать причинно-следственные связи и корреляции, то тогда, если мы посмотрим с статической точки зрения, можно сделать делать такой вывод, что спущенные шины там в влия... наносят вред детям.ому вывод тоже можно сделать и, и так далее. Так такие далеко идущие непонятные выводы. Так вот. при том, что мы все понимаем, что, что причина, по которой спускаются шины, что, например, что, что просто потому, что люди, когда женщина уже готова родить ребенка, то вынуждены, ее вынуждены очень быстро вести в больницу. Так вот, очень важно четко определить эту причинно-следственную связь логически. Например, Например, вопросы перегрева дата-центров. Помнится, что у нас раз в год раз вернее, в неделю приходил инженер, который пытался там что-то подкрутить, чтобы меньше использовалась мощности, чтобы не менее нагревался центр. Так вот, когда мы обучили машину делать, то же самое мы сэкономили на 40 процентов этот показатель. Поэтому здесь, потому что была четко определена прямая причина, и это важно учитывать при э, обучении таких моделей. So I would like to ask... Благодарю вас. Я хочу перейти к следующему вопросу. Как вы полагаете, следует ли рассмотреть возможность разработать механизмы или инструменты для того, чтобы отслеживать реализацию? принципов, кодекса правил поведения и руководящих принципов. И делать так, чтобы организации, разработчики были бы ответственными за их соблюдение. Профессор Джамурай, простите, я пропустил вопрос. Вопрос номер семь. Говорит ведущая, каким образом можно отслеживать реализацию и применение кодекса поведения и руководящих принципов. Ну, в какой-то степени мы уже об этом и говорили. Очень важно следить за собственной деятельностью, проведить самооценку. Любая структура, которая должна следовать кодексу поведения, должна сама нести ответственность за собственное поведение, в том числе это верно не только в отношении организации, но и непосредственно физических лиц, которые этим занимаются. Это очень важно. Если говорить о третьих странах и независимых структурах, которых будут проводить мониторинг и делиться своим мнением, то это то, то их роль также очень велика. Это необходимо для того, чтобы общественность могла оценивать, что происходит. Но еще необходимо вкладывать средства в тех, кто занимается обучением, в тех, кто проводит исследования. И правительство будет играть очень важную роль в подобном мониторинге, в обеспечении качества мониторинга искусственного интеллекта. Спасибо Джимми Реда, доктор Саввенгер. Прошу вас, вас ответить также на этот вопрос. Но главным вопросом является следующее: что измеряется и какую объективную функцию, функцию мы пытаемся обеспечить? Нужно очень творчески подходиться к оценке качества крупных языковых моделей. Конкретно объективная функция то, о чем я говорил ранее, например, снизить стоимость охлаждения дата-центров. Это конкретные параметры куда сложнее оценить, насколько хорошо языковая модель отреагировала на ваш промпт и произвела некий материал, в какой степени он соответствует ему. Каким образом сформулировать объективный запрос в отношении подобного рода приложений? Я могу сказать следующее. Если нам удастся определить, качество ответов в обстоятельствах связанных с высокой степенью риска, то такие ситуации должны быть приоритетными. Например, измерение безопасности приложений, связанных с высоким риском, Босс должно быть параметром успеха. Благодарю вас, профессор Серв. Следующий вопрос Богданова, вы возглавляете учреждение он, которое отвечает за глобальный разрыв. Как сделать так, чтобы глобальный юг не отстал с точки зрения разработки искусственного интеллекта? И как сделать это ответственным образом? И каковы рекомендации херосимского процесса, которые, с вашей точки зрения, являются наиболее важными в этой связи? То есть я на другие, мне кажется, уже частично уже отвечали на этот вопрос. Я попробую развить их мысли. Нельзя быть частью революции искусственного интеллекта, если вы не участвуете в цифровой революции. То есть давайте еще раз вспомним о том, что 2 миллиарда 600 миллионов человек до сих пор не подключены к интернету. Это люди, которые в настоящий момент маргинализованы с точки зрения цифрового мира. Поэтому я бы сказала, что однозначным тезисом должно быть следующее. Давайте не упускать из виду Основополагающие соображения относительно всеобщей э, связи, поскольку это напрямую связано с цифровой инфраструктурой, с цифровыми навыками, с кибербезопасностью, с финансовой доступностью и со многими другими аспектами. Если говорить о конкретных рекомендациях, то позвольте мне сформулировать три рекомендации в этой связи: во-первых, роль всеобщей подключенности, связи в контексте руководящих принципов и кодекса поведения, в том числе целенаправленные обязательства со стороны компаний в области, например, наращивания потенциала, обучения навыкам, сокращения гендерного разрыва и так далее. Международный союз электросвязи много внимания уделяет как раз развитию в области искусственного интеллекта, развитию потенциала в области искусственного интеллекта. Мы работаем с нашими партнерами, с ЮНЕСКО, с ПРОН и другими. Вторая рекомендация моя касается технических стандартов. Ваше председательство, министр, мне кажется, что вы очень хорошо об этом сказали. Необходимо сделать так, чтобы технические стандарты были исходной точкой, когда мы говорим об эффективной реализации или выполнении руководящих принципов и МСЭ будет сотрудничать с другими учреждениями ООН по вопросам технических стандартов. И последнее, третья рекомендация в развитии выступления генерального секретаря. Нам необходимо сократить разрыв в управлении, который существует в настоящий момент, использовать ООН в качестве катализатора процесса. Мне кажется, что это очень важно в этой связи. Заместитель министра Японии также говорил об этом сегодня утром, подчеркивая значение сотрудничества между теми, кто в настоящий момент принимает часть в этой дискуссии. Да, многое происходит в разных странах, разные страны следуют разному подходу, выбирают разные пути, необходимо обмениваться опытом, делиться опытом. В МСЭО мы проводим глобальный саммит по искусственному интеллекту. Мы также даем возможность 40 разным учреждениям ООН встретиться, обсудить вопросы со своими партнерами. Есть различные рекомендательные органы по искусственному интеллекту, о которых рассказывали сегодня утром, о которых также говорил генеральный секретарь, я думаю, что очень важна роль а, технического посланника ООН. И я думаю, что также это очень важный элемент в работе группы, которая разрабатывает рекомендации, которые будут включены в глобальный цифровой договор на саммите будущего. Вот основные три а, направления. Всеобщая связь, технические стандарты и роль ООН. Благодарю вас. Господин Низал, вам вопрос. Каким образом можем мы привлечь а, Срокое число различных заинтересованных сторон к работе над руководящими принципами и кодексом поведения. Это для нас в Индонезии живопотрепещущий вопрос. Вы знаете, что искусственный интеллект это тема, которая горячо обсуждается странами. Вопрос в том, что является передовым опытом с точки зрения регулирования искусственного интеллекта внутри страны. Мы считаем, что, насколько нам известно, этим занимается также ЮНЕСКО. Мы о своем опыте рассказывали ЮНЕСКО. Прежде чем определять Основополагающие нормы и создавать руководящие принципы по искусственному интеллекту нужно делиться таким опытом. Благодарю вас. Тот же вопрос хочу задать господину Маце. Благодарю вас. Я говорила об этом ранее уже. Мне кажется, нужно обязательно обеспечить инклюзивность обсуждения с тем, чтобы разные мнения были озвучены, были слышны с тем, что была полная вовлеченность разных организаций и заинтересованных сторон для того, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость этого процесса. Мы считаем, что особенно важно сделать так, чтобы этот процесс опирался на диалог и не противоречил бы тем усилиям, которые направляют, которые Совершается в этом направлении в других организациях, на других форумах. Необходимо расширить эту дискуссию до многосторонней с тем, чтобы эта дискуссия была долгосрочной и устойчивой. Нас очень беспокоит фрагментация, угроза фрагментации. Параллельно с этим наблюдается угроза институциональной фрагментации. Поэтому эти две задачи существуют параллельно. Необходима последовательность и единство с точки зрения общего, общей характеристики вызовов, рисков и проблем, и с точки зрения политики и регуляторного подхода. Мы также полагаем, что необходима многосторонняя вовлеченность для обеспечения необходимой симметрии между разными странами в области доступа к информации для того, чтобы развитые развивающиеся страны могли в разной степени иметь доступ к экспортным мнениям, к возможностям с тем, чтобы каждая страна могла действовать с одной стороны автономной и проводить свою собственную инициативу в рамках этого процесса и за счет этого извлекать максимальную пользу из искусственного интеллекта. Как говорил уже генеральный секретарь, о чем Дарина уже упоминала, именно поэтому мы должны таким образом действовать с тем, чтобы страны действовали в духе многостороннего подхода, с тем, чтобы в ООН проходили важные дискуссии в области глобального цифрового договора и с тем, чтобы был возобновлен мандат встречи высокого уровня по информационному обществу, и после этого с тем, чтобы продолжались усилия в рамках многосторонней системы, поскольку это возможность передать инициативность различным странам. Благодарю вас. Сейчас я хочу тот же вопрос задать госпоже Уанг. Денис Вонг говорит, да, я согласна с моими коллегами, консультации необходимо проводить в области кодекса поведения, руководящих принципов, и в том числе для создания технических стандартов с тем, чтобы сделать компании подотчетными. Мне было бы интересно узнать о том, какое мнение придерживаются страны вне группы семи, например, Ам АСИАН и малые страны государства. Мне кажется, что они могут озвучить точку зрения глобального юга в рамках этого диалога. И мне кажется также, что наше обсуждение принципов было бы, опиралось бы на более богатую линейку мнений, отражающих культурное многообразие. В Сингапуре мы очень тесно сотрудничаем с разными отраслевыми предприятиями, с различными многосторонними и международными органами заинтересованных сторон. У нас есть конкретные проекты, технологические проекты относительно того, что такое искусственный интеллект, что это означает с точки зрения конкретных применений искусственного интеллекта. Если говорить о том, что особенно важно в рамках модели с учетом между заинтересованных сторон, то нужно действовать конкретно и подробно. Благодарю вас, госпожа Умак. Последний вопрос. В дополнение к работе по руководящим принципам и кодексу поведения для организации разработчиков продвинутых систем искусственного интеллекта Хиросимский процесс по искусственному интеллекту стремится разработать руководящие принципы по искусственному интеллекту и продвигать сотрудничество на основе конкретных проектов с разными международными организациями. С вашей точки зрения, что может стать потенциальным итогом этой работы? Как вы считаете, что, чем нужно заниматься прежде всего? Вопрос к господину Вокеру. Мне кажется, что сегодняшняя дискуссия подчеркнула значение, с одной стороны, и возможности, и эм, степень ответственности использования искусственного интеллекта, как уже было сказано, это не искусственный интеллект, это компутационная статистика, исчислительная статистика не более того. Но это великолепный инструмент для прогнозирования будущего. Раньше мы прогнозы погоды могли дать только на день вперед, а сейчас на неделю вперед землетрясение. В Японии было землетрясение. В Афганистане несколько тысяч человек погибло лишь несколько дней тому назад в результате крупного землетрясения. Мы можем, сможем предсказывать, прогнозировать землетрясение. У нас есть возможности прогнозировать лесные пожары, наводнения, уже в ряде стран они используются. Поэтому правительства, которые будут работать для того, чтобы использовать эти инструменты, смогут добиться блага для своих граждан. Это очень важно. Но, с другой стороны, мы должны обеспечить безопасность, открытость, прозрачность. Мы должны объяснять, как работают эти инструменты. Мы должны определять, как их будут регулировать, каким образом эти модели будут классифицированы и правительство находится в первых рядах тех, кто должны разбираться в том, как сделать это наилучшим образом, какими дополнительными шагами нужно, какие дополнительные шаги нужно сделать, тем, чтобы это сделать как инвестировать в исследования, как предоставить эти возможности всем гражданам. Но при этом страны должны помнить о том, что рынок труда изменится. Появятся новые рабочие места, потребности в новых навыках, как представить себе этот мир, новый мир благодаря искусственному интеллекту, как сделать жизнь более производительной, как жить лучше, быть более здоровыми. Повысить наше благосостояние. Мы все вместе, в группе СИМИ, в УСР, вместе с МССР работаем над этой проблематикой, и мы надеемся, что нам э, удастся добиться пленного прогресса, что можно смотреть в будущее с оптимизмом. Э, благодарю вас. А теперь я хочу попросить президента Клэга ответить на тот же самый вопрос. Что является самым важным, вы спрашиваете? В целом, Самым важным является прозрачность. Именно поэтому последние месяцы так горячо обсуждается этот вопрос, потому что эта технология окутана облаком таинственности. Да, она трансформирует общество. Как вы сказали, Кен? Точно. Исчислительная статистика. Правильно. По сути, это огромная система угадывания следующего слова или следующий элемент информации. Но благодаря обработке объемного объема знаний, огромного числа параметров, они в состоянии это сделать. Мы в этой дискуссии в каком-то смысле придали этой технологии интеллект, которым она на самом деле не обладает. Эта система, по сути, ничего не знает. Они просто очень хорошо угадывают, прогнозируют, следуя логике статистики они просто прогнозируют. Но мы должны сделать эти модели в максимальной степени прозрачными, сделать прозрачным то, каким образом эти модели разрабатываются в таких компаниях, как Google и Meta, каким образом используются данные, как работает эта модель, что такое так называемые красные команды хакеров, которые обеспечивают безопасность этих систем, сделать прозрачной этой модель для того, чтобы это было доступным пользователям. И это то, что мы объясняли в, в, рамках Хиросимского процесса использование так называемых водяных знаков, возможности определить, когда контент был произведен искусственным интеллектом, откуда этот контент поступил. Ведь в будущем творчество будет реализовываться за счет союза между человеком и этим искусственным интеллектом. Каким же образом мы сможем мы определить, что из этого было сделано искусственным интеллектом, каким образом э, продукт, произведенный искусственным интеллектом, контент, произведенный искусственным интеллектом, на одной платформе оказывается на другой платформе. Ведь интернет э, позволяет свободные потоки информации по всему миру. То есть необходимо Максимизировать прозрачность, обеспечить максимальную прозрачность тем, чтобы у людей не возникало ощущение, что они слуги технологии, чтобы они понимали, что технологии служат им. Благодарю вас, господин Клэг, говорит модератор. И я, как модератор, теперь должна каким-то образом представить резюме этой дискуссии. Но для этого мне, наверное, понадобится еще час. Поэтому позвольте мне ограничиться одним или двумя комментариями. Это была очень интересная дискуссия. Мне лично было очень интересно принимать в нее участие. Мы говорили о кодексе поведения, о руководящих принципах, но выходя за их границы, вы говорили о том, что есть множество инициатив, которые проводятся в разных организациях, в разных компаниях в разных странах. В разных странах есть собственные культуры, подходы, свои собственные меры, направленные на новые технологии, на генеративный искусственный интеллект, на различные не только системы, но и на то, каким образом искусственный интеллект взаимодействует с человеком. И вот это является очень важным, и именно то, как взаимодействует искусственный интеллект с человеком, приводит к нередко к такой путанице. Но это очень-очень важно. Грег только что говорил о том, какое значение имеет прозрачность. А другими ключевыми терминами, которые мы слушали, слышали, являются термином, является сотрудничество. Форум IGF э, только начался, это всего лишь второй день. Мы будем продолжать обсуждать значение этого вопроса, мы будем продолжать обсуждать то, какая ответственность лежит на разработчиках, на тех, кто внедряет программы искусственного интеллекта, на тех, кто использует программы искусственного интеллекта, что ответственность это распределена между всеми для того, чтобы построить лучшее будущее в рамках сегодняшней дискуссии мы считаем, были заданы важные направления для дальнейших обсуждений как-то в рамках хиросимского процесса по искусственному интеллекту. Но все это очень интересно. Но я, пожалуй, что на этом прервусь. Господин Сузуки, министр международного вопроса и коммуникации, попрошу вас выступить с заключительным словом. Я хочу поблагодарить вас за очень интересную дискуссию. Как премьер министр Кисида говорил в своем выступлении, генеративный искусственный интеллект предоставляет услуги, которые выходят за границы государства и затрагивают жизни разных людей в мире. Необходимо, чтобы мы могли продолжать эту дискуссию, как в составе IGF, где собрались представители разных стран мира, так и в других форумах. Необходимо, чтобы генеративный искусственный интеллект предоставил возможности, но это сопряжено с риском. И сегодняшняя дискуссия углубила наше понимание рисков, связанных с генеративным искусственным интеллектом. И также это путь вперед по использованию искусственного интеллекта международные организации, представители правительства, корпораций, научных кругов, гражданского общества представили свои важные соображения, и мы найдем возможность отразить это в рамках Хиросимского процесса. Кроме того, мы надеемся, что нам удастся создать Центр поддержки по искусственному интеллекту, и тем самым мы сможем расширить возможности для инициатив по конкретным проектам. По таким инициативам мы наде... получили уже заинтересованность со стороны правительства, представляющего глобальный Юг. И сегодняшняя дискуссия была очень глубокой. Мы будем продолжать вопросы управления искусственным интеллектом. И будет очень важно продолжать прислушиваться к мнению всех заинтересованных сторон и реализовывать подобные инициативы. Большое спасибо за участие в этой дискуссии. Большое спасибо за внимание. Я благодарю вас. На этом мы завершаем. Первую сессию по искусственному интеллекту и по генеративному искусственному интеллекту. Давайте еще раз поблагодарим всех участников этой сессии. Благодарю вас. На этом мы завершаем эту сессию, и я передам слово ведущей. Благодарю вас, дамы и господа мы завершили э, дискуссию номер пять. Э, это дискуссия высокого уровня. Э, по, она была посвящена искусственному интеллекту. И я хочу еще раз поблагодарить многоуважаемых участников дискуссии.